Шеф-повар Максим Григорьев. Кальмар, запеченный с курицей и гранатом. Низкокалорийное, вкусное, нежное блюдо, которое будет украшать любой праздничный стол. Кальмар, запеченный с курицей и гранатом, искушение для гурманов. Блюдо получается настолько нежное и сочное, что просто тает во рту. Одной порции достаточно хватает для того, чтобы наесться вдоволь. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Гранат – 20 грамм. Кальмары свежемороженные – 200 грамм. Куриное филе – 150 грамм. Лук репчатый – 1 штука. Майонез – 1 столовая ложка. Масло подсолнечное рафинированное – 50 мл. Перец черный молотый – 2 щепотки. Соль – 3 щепотки. Сыр плавленый 80 грамм. Сыр твердый 50 г. Шаг 1. Для приготовления нам понадобится кальмар, куриное филе, сыр твердый, сыр плавленый, майонез, лук репчатый, гранат, соль, черный молотый перец, масло подсолнечное рафинированное. Шаг 2. Лук порезать мелкими кубиками. Шаг 3. На разогретом подсолнечном масле обжариваем лук, куриное филе, у меня было заранее порезанное на средние кубики, также обжариваем с луком, до золотистого цвета. Добавляем соль и черный молотый перец. Шаг 4. Обжаренную курицу следует остудить, до комнатной температуры. Натираем плавленый сыр на мелкой терке, соединяем его с курицей. Шаг 5. Перемешиваем в однородную массу. Шаг 6. Тушку кальмара промыть водой, обсушить. С помощью ложки начиняем тушку кальмара курицей. Шаг 7. После чего края скрепляем зубочистками. Шаг 8. Твердый сыр натираем на мелкой терке, соединяем с майонезом. Перемешиваем в однородную массу. Шаг 9. Смазываем тушку кальмара сырно-майонезной массой. Шаг 10. Перекладываем кальмар в форму для запекания. Посыпаем кальмар зернышками граната. Запекаем гранат в разогретой до 180 градусов духовке, около 20-25 минут. Шаг 11. Блюдо готово. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.